Господи, помилуй, благослови, 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 помилуй,
Стояние восполняя от ангел восприял Еси, но меня ради Бог сый человек был, человека грех ради умерша, животворящим телою и кровью Твою оживил Еси, тем же талицей любви Твоей благодар несуще вопием Ти. Рабов приявы мучение, прими от нас
сердце мое. Господи, прости, удали, прикони вас, смирение и главу.
достойна смерти, на Иудеи, яка звери дивие кровь зревше, стрижет аху на тя, зубы своими, распни его вопиюще, мы же лобызающие пречистая язва твоя, зовем. Сиял и сей позор и удивление ангелам и человекам, глаголющий о тебе Пилату, все человек. Придите оба поруганному нас, ради Иисусу поклонимся, вопиюще. Thank you.
смятися, зря тебе на кресте повешено, на небеси солнце лучи своя скры, земля потрясися, завеса храма раздрася, камень распадеся, ад умершие изверже, мы же поклоняемся на месте, где же стоясь и причисти ноги твои, поющие. Аллилуйя! Ведь и многовещание, аще много глаголю, но не могут достойного благодарения воздать божественным страстям твоим, человеколюбче. Наша же душа и тело, сердце и все составы со умилением тебе взывают. Иисусе, все пригвоздися на кресте, пригвозди, укрози рука Писания грехов наших. Иисусе, руце со креста простирай, дай по всем, и влети на площадку. Иисусе, двери отца, время проводи, Дорогой, 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 дорог
плаченицу душу мою принесу тебе, и во небе добродетели помажу пречистое тело твое, и яко во гробе в сердце моем имею тя зовы. Поклоняемся страстям Твоим Христе, веруем сотником, якобы истину Божий Сын Еси, приди мне на облаце силы и славы Богою, тогда убери пострами нас, крови Твоей искупленных и такого пьющих. Иисусе, Иисусе, милости без смерть моя, человеком пошли.
всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Напив народ, нача просите, якоже всегда творяши им,
Пилат же отвечая им, глаголя: «Хочете ли, пущу вам царя иудейска, видяще бояка зависти ради предавши его архиерея? Архиерей же, помянувши народу, да паче вораву пустит им». Пилат же отвечал паке речи им: «Что вы хочете сотворю, его же глаголите царя иудейска». Они же паке возопиша глаголище: «Пропни его». Пилат же глаголаши им: «Что бы зло сотвори, они же излихо вопияху пропни его». Пилат же, хотя народу хотение сотворить, и пусти им вораву, и предади Иисуса бив, да пропнут его. Войни же ведоши его внутрь дворя, еже есть притор, и созвавшись спиру, и облекоши его припряды, возложиши на него с плечи тернов венец, и на чашу целовать его и глаголати: «Радуйся, царь иудейский». И бияху его по главе трости, и плюваху на него, и пригибающий колено поклоняхуся ему, и егда поругавшися ему, совлекоша с него припряду, и облекоша его в ризы своя, и изведоша его, да пропнут его, и задеша мимоходящий некому Симону Киринею, грядущему с села, отцу Александрову и Руфову, да возьмет крест его». И приведоши его на Голгофу место, еже есть сказаемое лобное место, и даяко ему пить и сменено, и смир несменно вино, он же неприят, и распенши его, разделиши ризы его, метающие жребия они, то, что возьмет, бежит час третий, и распяши его, и бе написание вины его написано: «Царь иудейск». И с ним распяшат два разбойника, единого одесную, единого ошую его. И сбыться писание же глаголе: «И со беззаконными вменися». И мимоходящие хуляху его, покивающие глагвами своими глаголище: «Уа, разоряй церковь, и треми деньми созидай, спасися сами, сниди со креста». Так ажде и архиерей, ругающийся друг о другу с книжники глаголаху: «Иный спаси себе или не может спасти? Христос, царь Израилев, да снидет ныне с креста, да видим и веру имем ему, и распятая с ним поношаста ему». Бывши же часу шестому тьма бы и спасти земли до часа девятого, и в час девятый возопису с гласом верим глаголя: «Элаи, элаи, лема савахвани». Еже и сказаемо: Боже мой, почто мя оставил еси?» И нец от предстоящих, слышавши глаголоху, силею гласит: «Тех же един, и наполнив губу отста, и воздушно трость напояши его, глаголя: «Оставите да видим, аще придет Илья снятие его». Иисус же: «Пусть глаз вели ище». И завеса церковная раздрася на двое, свыше до низу. Видя же сотник, стоя прямо ему, яко такого запив ище рече: «Воистину, человек сей, сын бе Божий, бяк уже и жены издалече зряще, в ниже бе Мария Магдалина, Мария Иакова, Малага и Оси, Мати и Соломия. Я же их добе в Галилее хождаши по ним и служаху ему, и немногие, я же взыдоши с ним в Иерусалим, и уже позде бывшу, пониже бе пяток, и же есть в субботе, приди Иосиф, и же от Аримафея, благообразен советник, и же и то обечает царствие Божие, дерзно вниди к Пилату и просетела Иисусова, Пилат же девися, яко же умре». И призвал сотника, вопроси его: «Аще уже умре?» И, увидев от сотника, даде тело Иосифови. И, купив плащаницу и с ним его, обвить плащаницею, и положи его во гроб, и живи иссечи над камене, и привали камень на двери гроба, Мария же Магдалина и Мария Иосиева, зрясте, где его полагаху.
Господи, Владыка.